В Казанском федеральном университете продолжается прием абитуриентов. Конкурс на некоторые направления подготовки в КФУ превышает 50 человек на место. Одним из лидеров считается Институт международных отношений Казанского университета. Я могу сказать, что на сегодняшний день мы уже превысили рубеж, а это знаковый рубеж, более 3000 заявлений. У нас бюджетных мест прибыло. В этом году у нас 171 бюджетное место, в прошлом году было всего лишь 115. И это связано с тем, что выделены дополнительные места на направление подготовки востоковедения и африканистика. Направление подготовки востоковедения и африканистика Института международных отношений КФУ не случайно привлекает все большее внимание абитуриентов. Поворот на восток стал дополнительным фактором в пользу такого выбора профессии. Но преимущество образовательных программ направления, под которые отведены 56 бюджетных мест, а также 25 целевых мест под профиль «Политика и экономика тюркских народов» говорят сами за себя, гарантируя высокую конкурентоспособность выпускников на рынке труда вне зависимости от ситуации в мире. Мы считаем, что это признание заслуг Казанского университета, не только тех традиций востоковедения, которые сложились исторически, но и день сегодняшний подтверждает, что направление нашего института по изучению, глубокому изучению стран Ближнего Востока, Дальнего Востока, стран азиатского ареала, оно дает свои плоды. Вот наряду с Дальневосточным университетом, который получил 120 бюджетных мест, 56 бюджетных мест Казанского федерального университета, это очень весомый задел, и мы ощутили с точки зрения прироста абитуриентов на это направление. 30 целевых мест выделены на подготовку бакалавров и 25 целевых мест для магистров на такие профили, как история тюркских народов, история искусств тюркско-мусульманского мира, политика и экономика тюркских народов, а также история, экономика и культура тюркских народов. Эти направления развиваются в Казанском федеральном университете с 2012 года. Указом президента Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, исполкомом Всемирного конгресса татар и Министерством образования Республики Татарстан. Мы впервые за последние годы вышли далеко за пределы Татарстана, за пределы России, активно работаем с татарской диаспорой. Я хотел бы здесь особо обратить внимание, что если по одному направлению мы готовим эту программу, реализуем, вернее, для наших соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья, то второе очень важное направление – это то, что мы готовим элиту для тюркских республик бывшего Советского Союза. Растущий поток турецких инвестиций в Россию обусловил открытие профиля «Политика и экономика тюркских народов». По итогам обучения специалисты смогут сопровождать экономические и социальные проекты, связанные с Турцией, а также государствами Востока. Выпускники профилей «История тюркских народов», «История искусств тюркско-мусульманского мира», «Политика и экономика тюркских народов», а также «История экономика и культура тюркских народов» смогут представлять Татарстан на мировом уровне в странах ближнего и дальнего зарубежья. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.